В преддверии Нового года во всех детсадах республики проходят праздничные утренники. Дети учат стихи и разыгрывают сценки. Большинство дошкольных учреждений современным героям предпочитают советскую классику. Снежинки, лесные звери и, конечно, Дед Мороз и Снегурочка. После традиционных хороводов вокруг елочки ребята получают новогодние подарки. Мне понравился утренник очень-очень-очень, и Дедушка Мороз, и подарки. Все мне понравилось. Хорошо быть в сценке, участвовать, и животным быть в сценке, и еще снежинок танцевать.